Я хочу спросить у Ирины Винер, героя труда России, у нее золотая звезда. Ирина Винер, гражданка Израиля на самом деле, герой, еще раз, герой труда России, доверенное лицо президента Путина имела. И об этом, видимо, мало кто знал. Израильский паспорт. И на этот паспорт купила недвижимость в Дубае только что, а конкретно аж 8 апартаментов, вывод денег такой из России, в жилищном комплексе, суперэлитном комплексе, премиум-класс в Дубае, 8 апартаментов общей стоимостью около 800 миллионов рублей. Но самое главное, она предъявила израильский паспорт. Не думаю, что о том, что у Ирины Винер есть такой паспорт, попался, значит попался, уж извините. Но еще раз, она это фактически ближний круг, но она часть системы. Вот я, кажется, сейчас сформулировал то, что я хочу сказать. И вдруг сегодня это не предательство? А это страшные факты, это предательство. Что же, те самые побежали с корабля, я о крысах. Я хочу знать правду, поэтому задаю вопрос и Винер, и генеральному прокурору нашей страны. Откуда такие деньги? Как они оказались в другом государстве? Как они были выведены?